Работы в парке Победы идут полным ходом. Готовятся траншеи для системы орошения. 40 автоматических поливочных систем по всему парку будут питать влагой деревья и кустарники. Подключат их к единой центральной части станции. Сейчас ведется прокладка кабельных сетей и устройство поливочного водопровода. Работы ведутся в той части. Следующий шаг – это устройство фундамента под входные группы. На этой неделе мы будем продолжать эти работы. Частичная фрезеровка асфальта также на повестке дня. А для того, чтобы выбрать лучший цветовой вариант будущих пешеходных дорожек, рабочие выложили образцы тротуарной гранитной плитки. Окончательный вариант выберет комиссия. Через пару недель подрядчик приступит к освещению. Земляные работы электрики планируют закончить уже в этом году.